Приветствую, друзья. Вот есть такой конфликт внутри человека. Например, у него неприятное ощущение какое-то, ну там может быть раздраженность, страх, может быть боль, может быть или еще какое-то агрессивное состояние. И он борется с этим. И вот тут такой момент, есть выбор. Можно, например, отвлечься от этого, переключить внимание на что-то. А можно, например, принять это и этим самым успокоиться, чтобы не создавать противоречия, вот это лобовое столкновение своего сознания с этим состоянием вызывает рост напряжения лишнего, это стресс. Принять можно, а можно усилить, потому что это позитивная интенция, это по существу усиление вот этого механизма защитного, потому что неприятное ощущение, вот, например, страх, это боль, например, будь то в ноге, в голове или в желудке там, или дрожание, нервная дрожь, это же по существу механизмы защитного характера, потому что вот дрожание, например, вот это повторяемое напряжение, расслабление на высоких частотах. Так надо что сделать, если вас трясет? Не бороться с этим, а потрястись. И потрястись сильнее. И когда вы не боретесь с этим, вы не поднимаете лишнее напряжение, а наоборот, как говорится, поэтично идете к грозе навстречу. Вы можете обнять это ощущение, вы можете полюбить свой страх, вы можете этим самым снизить внутренний конфликт и создать эффект адаптации, когда у вас целостность ваша и часть ваша. Ну, вы своей целым своим над частью. Как в йоге говорят, не отождествляй себя с частью, с болью, со страхом там или еще чем-то. Не отождествляй себя, а будь над этим. Ну, так, кажется, в йоге говорят. Посмотрите. По-моему, так. Так вот, смотрите, у вас есть выбор. Либо идти, как говорится, на грозу, чтобы адаптироваться к ситуации, обнять эту ситуацию, свой страх, боль, где бы эта боль ни была, хоть пальцы, хоть ноге, хоть желудке. Или это тряска, раздражительность, или что. Или вы там, допустим, зеваете. Не боритесь с этим, возьмите, позевайте. Да, то есть создайте гармонию между психическими и физиологическими процессами. Не создавайте дополнительно вот этот парадокс внутреннего противоречия. Не надо, потому что стресс – это противоречие. А вы создайте гармонию, согласование психических, физиологических процессов. Соедините дух и материю. Вот таким образом, выбор у вас есть, да. Если вам плохо, обнимите свое плохо. Не надо с этим бороться, если вам хочется плакать, плачьте. Если вам хочется стонать, стоните, если хочется спать, спите. Если хочется дрожать, дрожите, только посильнее. Таким образом, вы освобождаетесь от этого и становитесь сильнее. Да, попробуйте, друзья, выбор у вас есть, и каждый подбирает то, что ему подходит. Вот в этом вся суть. Как говорят, как говорили раньше, да, делайте свой выбор. До встречи, друзья.